Во всеукраинских соревнованиях по легкой атлетике на призы олимпийских чемпионов Одещины участвовали почти 280 спортсменов 2000-2003 годов рождения из Украины, Белоруссии и Молдовы. Честь Черноморска на состязаниях защищали воспитанники детско-юношеской спортивной школы. По итогам первенства наши спортсмены завоевали несколько наград. Кирилл Воронченко стал первым на дистанции 110 метров с барьерами и вторым в дисциплине 300 метров с барьерами. Команда юношей Черноморска стала обладателем бронзовой награды в эстафете.